Всем привет, ребятки! Вы попали на мой канал, я вас рада видеть. Это распаковочка бумажных сюрпризиков, и к этому видео я сделала такую новиночку. И она называется «Вещи с пушином». Я решила делать такие фигурные пакетики. Надеюсь, что они вам понравятся. Такой пакетик, тут написано «Мяу» и такая лапка. Такой пушин, ест пиццу на велике, в гамбургере. Такой с лапшичкой, тетрадочка, костюмчики кролика и такой единорожка. Как по мне, этот пакетик самый красивый. И вот этот. Ну, а мы с вами начинаем выбирать пакетики. Итак, коллекция Шоу Маска. Мы сегодня с вами откроем ламу, и я прочитаю вопросики для Мишки. Так что два пакетика. И, по-моему, в следующем видео мы должны закончить эту коллекцию, да. Дальше денежные предметы. Пасха. Давайте сегодня возьмем, например, такой пакетик с цыпленком. Дальше ночники. Давайте возьмем такой пакетик. Pop-It антистресс. Давайте возьмем такой, где губка Боб и ножницы. Наша с вами прошлая новиночка для подписчицы. Давайте возьмем такую посылку. У нас вместо санкции два такие обычные пакетика. И наша с вами сегодняшняя новиночка. И даже не знаю, какой пакетик взять. Давайте возьмем, например, такого с пиццей. И столько у нас пакетиков сегодня на распаковочке. Возвращаемся в лист коллекционера. Вначале у нас с вами коллекция, по-моему, это денежные предметы. Да. Такой пакетик с денежным мылом. Итак, нам тут с вами подается $1. По-моему, у нас не было $1. С такой девочкой. И сейчас давайте мы ее приклеим. На номер 2, вот сюда. И такая коллекция у нас с вами получилась. Следующая коллекция – ночники. И у нас с вами тут такой пакетик. Также, ребятки, давайте сейчас я прочитаю вопросики и открою сюрпризик из коллекции «Маска». Так, вначале я прочитаю вопросик у Мишки. Так, первый вопрос. У него есть 3 ребенка. Второй вопрос. Одна из его дочерей – Лиза. И третий вопрос. Этот персонаж желтого цвета. Я уже думаю, что вы все догадались, кто это. Обязательно пишите в комментариях и получите от меня сигну, а также приветик. Мы его с вами откроем в следующем видео с бумажными сюрпризиками. Сейчас давайте откроем ламу. Такая коллекция маска. Так, открываем. И нам тут с вами подается такая пони. Ее зовут Лира. Сейчас давайте мы ее сами приклеим. Кстати, у нее тут такой значок музыки. И там был вопрос, хочет быть человеком. Да, эта пони хочет быть человеком. Я это сама читала в Википедии. И она у нас под номером 8. Также еще скоро будет вторая часть маски. Так что обязательно ждите. Надеюсь, то, что вы хотите. Такая коллекция. Мистер Бин прикольненький. И кубка. Так, дальше у нас с вами коллекция. Это ночники. И такой у нас пакетик. Открываем. Также, ребятки, в следующем видео с распаковкой бумажных сюрпризиков будет просто бомбезнейшая открывачка. Надеюсь, что она вам понравится. И нам попадается такой ночник в виде кактуса. Сейчас мы его с вами приклеим. Он под номером 2. Это тут. Такая коллекция. Так, следующая коллекция – это антистрессы Pop-It. И такой у нас пакетик. Открываем. И нам попадается такой динозаврик. Сейчас мы его с ней приклеим на вторую страничку.
так она выглядит. И давайте его приклеим, например, вот сюда. Тут нет зеленого цвета, и он не будет сливаться. Такая коллекция. Так, следующая коллекция – это пасочки. Яички тут нам с вами будут попадаться. Так, открываем наш с вами пакетик. И нам попадается такое пасхальное яичко в виде мороженого. Сейчас давайте мы его с вами сюда положим. У нас тут с вами есть такие три яичка с губкой Бобом, с ниндзя и с мороженым. Так, следующая коллекция. Собери посылку для подписчиков. Тут уже сюрпризик уваливается. Итак, давайте откроем пакетик. И нам попадается такой Поп-Ит. Ну, конечно же, как же без него. Только смотрите, в чем прикол, за что Поп-Ит получился больше, чем ночник. Где моя логика? Правильно, она отсутствует. Ладно, давайте положим сюда. Будет гигантский Поп-Ит. Кстати, я его тоже хочу сделать. Итак, а теперь новиночка, такой тут лист коллекционера и такие лапки. Надеюсь, то, что их видно на камеру. И такой пакетик открываем. И нам тут с вами попадается такой сюрпризик с наушниками. Сейчас мы с вами приклеим. Такие зимние наушники с котиками Пушином. И под номером давайте 4 вот сюда приклеим. И такая коллекция у нас с вами получается. В этой коллекции будет целых 8 сюрпризиков. 8 пакетиков и 8 сюрпризиков. Ну а мое видео подошло к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также делитесь моими видео с своими друзьями в соцсетях. Всем пока-пока! Я вас люблю, вы мои самые лучшие. Бай-бай!